Включи чуть потише, пожалуйста, только чуть-чуть. Хай, хай, хай. Салют. Присоединяйтесь. Сейчас они подключатся к нам. А, они стараются все подписываться? Сначала они подписываются. Я так и не догнал эту программу. Мы подождем немножко, подождем. Привет, привет, присоединяйтесь, присоединяйтесь. Лайки, 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 лайки. Лайки, лайки, лайки. Привет. За мной заехал мой директор, серьезный мужчина в очках. Здравствуйте. Заехал за мной на работу. И сейчас мы едем на другую работу. Мы едем в Алтуфьево. Мы едем в Алтуфьево. Торговый центр «Весна». Все, кто рядом, приезжайте. Поняли? Посмотрите, какой у меня макияж. А какая у меня кофточка? А какая юбочка? Хотите увидеть? Приходите в торговый центр «Весна» в Алтуфьево. Как у вас дела? Я сегодня выспалась, представляете? Потише, да, включишь? Ну, я чуть-чуть убрала. Я выспалась сегодня. Какая песня классная, да. Спасибо. Пробки такие. На Лобном отснялась. 2 часа сегодня снимали, очень замерзла, вот переоделась. И сейчас едем, едем, едем. Должны там быть через полчаса, в 22:30 я выхожу на сцену. Ой, тебе лучше без косметики. Но в жизни, да, а для сцены такой яркий макияж, мне кажется, прикольно. Мейкап топ мне пишет. Спасибо большое. Директор Брутал. Я пишу из Дагестана прямо на дом 2. Да. Включи погромче музыку. В клубе темно. Мне так до звезды. У нас тут особая атмосфера на заднем ряду. Мы отслушиваем треки к сету. Да. Сейчас Оля будет колбасить. Сейчас я буду колбасить. Отбираю для вас всегда самое лучшее. Всегда мои сеты эксклюзивные. Никогда не повторяюсь. Ой, вот это хорошая тема. А ты поверни, как ты отбираешь трек. Да я потом. Что, я буду всем секреты рассказывать? Не рассказывай. Не рассказывай. Всегда, всегда... В зависимости от того, в какой город приезжаю, какая атмосфера, всегда готовлюсь к выступлениям, подбираю музыку, отбираю треки актуальные. Вот сегодня у меня больше такая будет попса, но клевая попса, потому что выступление не очень поздно, в 22:30, чтобы раскачать торговый центр «Весна». Поддерживайте меня, танцуйте вместе со мной, меня вы очень зажигаете. Тени красивые блестят, да, гример сегодня у меня... Постаралась. Но сегодня будет Gold Party, да? Ты меня попросила золото. Да, у них золотом. У них вот мой директор пишет, да. Выкладывает фотку в Инстаграм со мной, кстати. Я заехал сегодня на Дом 2. Ну как тебе, расскажи? Ну, конечно, это отдельный мир. Отдельный мир. Отдельный мир, да. Туда надо приехать на неделю, расслабиться от всей России. А я сижу на Лобном, смотрю, ты за камерой стоишь. Я такая, привет, а мне Бух говорит, редактор, Оля, типа, ты кому-то машешь. Машинально такая, привет. Директор женат. Слушай, тут уже нормально интересуется, вот скажи ты. Женат. Женат, замужем. Ты очень классная, хорошая, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. На ковровой дорогой припомпала. Заберутся все голливудские дяди. Хорошая тоже. Старая, но хорошая. В торговом центре она будет прям в идеале. Удачи тебе огромное, спасибо. На позитиве, ну конечно. А как же еще? Если не жить на позитиве, то очень сложно приходится. Передаю привет. Самая
красивое. Куда едете? Пропустила. Так, для тех, кто пропустил. Давай, Арам. Торговый центр «Весна» Алтукева. 22:30. Оля становится за пульт. Я становлюсь за пульт, и я буду зажигать вместе с вами. Буду рада вас всех видеть. Поэтому, кто рядом, кто на районе, кто на местности, присоединяйтесь к нам. У нас на районе. Да. Сегодня там какой-то вечер, скидок. Всю ночь, да, будет работать торговый центр. Так что сможете погулять, и потанцевать, и пошопиться. А еще там винтаж сегодня работает. А, винтаж после меня или до меня? До или... Ну, ты и винтаж. Винтаж еще сегодня выступает. Черная пятница же, да, черная пятница. Вот правильно тоже пишет. Черная пятница. Я в Москве, да. Привет из Алтуфьева. Так, вы уже должны быть уже в торговом центре. Удачи привет тебе сегодня. Центра. Спасибо. Hi from New York. Привет. Че не спишь? Пробка адские. Они у них утро же 12. Где муж? Где муж? Муж на встрече по поводу ремонта дома. Димка тоже приедет сейчас под сет танцевать. Сейчас закончит свои дела и приедет. Сейчас закончит свои дела и приедет. Трансляцию ждете, да? Я выйду. Я выйду. Что, я никак не могу освоить, так что я выйду. Нет, ты лучше не выходи, а то ты там на выходишь. Ты сначала освой трансляцию, а потом выходи. Я с Минска с твоего выходил. Может быть, мне выйти? Я-то уже освоила трансляцию. Я уже знаю даже, как ее останавливать. Давай я поставлю тогда за пультом. Кто-то меня уже ждет в торговом центре. С цветами, надеюсь. Ну, я просто как директор сказал. Как начальник. Да, да, просит выйти. Ну ладно, выйду. Если не забуду, потому что я когда на сцене, я полностью отдаю себя публике, отключаюсь и вся вот везде. Так. Вот я выложил. Покажи. Вот мой директор выложил. Из Дагестана прямиком на дом 2. Едем теперь на диджей-сет. Ждем всех. Подписывайтесь на моего директора. Тут не видно. Арчер, пробел, нижний, мюзик. У нас скоро будут декабрьские корпоративчики. О, да. Поэтому пишите, если нужно вам провести праздник, звоните. Пока есть несколько свободных дат. И пока новогодняя ночь. Директор классно пишет, да. Хороший. Сколько мы с тобой знакомы уже? 8 лет работаем. 8 лет? 8 лет работаем вместе. Ну, еще ты на проекте была участницей. Да. Я еще была участницей на проекте. Так, ну что? Давайте я отключусь. Мне нужно поправлять немножко макияж. Мы уже почти подъезжаем. Да. Все. Я вас целую. Пока.